Юр, я тебя поздравляю. Для тебя был главный результат или все-таки попасть в сборную на чемпионат Европы? Я не думал. Обычно здесь в Москве не так быстро бегут, и о результате не задумывался. Главное было место, конечно, для меня. Первое? Ну, я не знаю, первое, но думал, что в тройке буду, как бы. Ожидал. Да, кстати, удивительно быстрый бег получился сегодня. Как ты думаешь, почему так? Может, из-за погоды. Вчера прошел сильный ливень, и сегодня очень хорошо дышалось. Свежо. 9 утра, свежо было, да. И солнце выглянуло, оно не мешало мне абсолютно. Потому что я родом с юга, я видел Мишала Соколову, который родом с севера, с Питера. Как бы. А я вообще себя прекрасно чувствовал. Ну, то есть... Барселонской жары ты не будешь бояться? Ну, страшновато немножко, конечно. Там еще другой бег будет. Ну, в принципе, можно, да, сражаться, я думаю, на Европе. Ну, на Европе, в принципе, как ты думаешь, в призовые, что попасть в призы, какой результат надо будет показать? Думаю, вот если я бы так пробежал бы на Европе, думаю, можно было бы... Хотя не знаю, как там сложится бег, но в Барселоне считается тяжелая трасса. Да, да. Плюс жара будет еще. Я думаю, этого бы результата 2.12 хватило бы, наверное. Для троечки. А там кто там как знает? Да, да. Испанцы будут хорошо готовы, португальцы, они там живут, они в той атмосфере, в той жаре крутятся, им будет полегче, чем нам. Какие теперь планы до Барселоны? Кисловодск, наверное, будем готовиться в Кисловодске, потом Чебоксары. Вот так вот. Нигде выступать не будешь? Не, навряд ли. Дорожку, десятку, нет? Может быть, десяточку выйдут. Буду смотреть на самочувствие. Понятно. Ну ладно, мы тебя поздравляем. Спасибо.